Более 15 тысяч курских выпускников совсем скоро покинут школьные стены. Где они будут учиться, а впоследствии работать? Как улучшат экономику региона? О формировании у молодежи осознанного выбора профессии говорили на заседании в областной администрации. Больше половины обратившихся в прошлом году в службу занятости – это люди до 30 лет. Специалисты особое внимание уделяют профориентации молодежи. Школьников в дни каникул обеспечивают временной занятостью. Ежегодно проводят ярмарки вакансий. За предыдущий год проведено в области центрами занятости 43 ярмарки. Участвовало порядка 3000 молодых людей. И, собственно, надо здесь отметить категории, которые особенно для нас значимы, несовершеннолетних. Это порядка 1800 участников от молодежи. По результатам опроса работодатели все так же нуждаются в специалистах со средним профессиональным образованием. В перечне востребованных профессий – слесари, животноводы, операторы свиноводческих комплексов и машинного доения, машинисты бульдозера и экскаватора, технологи. На заседании отметили, необходимо эффективнее пропагандировать эти специальности, чтобы не страдал рынок труда.